На зеленом рынке начался сезон молодой кукурузы и томатов. Появился ранний чернослив, виноград, яблоки. Чем еще радует начало августа, узнавала Анна Кучеренко. Начнем обзор цен сегодня с новинок. Ранее слива и чернослив на прилавках появилось не так уж давно. Цены соответствуют моменту. 12 рублей стоит слива кабардинка, ранний чернослив 10 рублей, а тот, что поменьше, 8. Еще одна долгожданная новинка на базаре – виноград. Самый популярный, говорят продавцы, кишмиш, потому что без косточек. Цена – 35 рублей. А вот виноград Преображение и Лора – по 25. Кукурузный бум в августе, как и в июле, имеет место быть. По сравнению с прошлым месяцем, бондюэль упал в цене на 2 рубля. Тогда за молодой початок просили 6 рублей, сейчас 4. Татьяна рассказала. Сейчас кукуруза пойдет, это второй урожай, который уже будет дешевле. 4-3,50, вот так цена стабильная. Урожай хороший. Персик тоже продолжает завоевывать прилавки. Появились новые сорта, соответственно, разнообразнее стали и цены. Есть по 7, есть по 9 рублей. Цена зависит от размера. Охотно берут и дыни по 15 рублей за килограмм. Вот это сорт колхозницы, да. А вот это Эмал. Яблоки тоже пошли вниз, и это не предел, уверяют продавцы. Было чуть дороже, 12-13, даже 13 мы начинали, потом 12. Сейчас уже падает. Дошло до 10, то есть, может быть, дойдет даже, до, да, до 7, конечно, до 5. Конечно. Слава победителю сейчас по 11 рублей, те, что поменьше, по 8, а белый налив 10 рублей за килограмм. Деткам берут на закатку, люди закатывают вишню с яблоком. Там, что там сейчас есть, и малину с яблоком тоже, очень вкусные компоты. А это ягоды на развес, маленькими порциями. Такой стакан ежевики стоит 10 рублей, стакан малины 15, стакан голубики 60. Кому нужно много, есть и цены за килограмм. Малина в июле стоила 70 рублей за килограмм, сейчас 45. Голубика 220, а ежевика по 30 рублей. Остатки клубники по 75 рублей. Облепиха по сравнению с прошлым годом в цене упала, сейчас по 100 рублей. В 2021 году ее продавали за 140. Это «Черный принц» – баклажан грунтовой, его цена доходила до 20 рублей, потом он стоил по 15, сейчас по 8 рублей за килограмм. Цена будет падать и дальше. И хит недели – помидоры. Есть салатные по 8-10 рублей, а есть для закатки, они по 6. Пуля, новичок и вот такие желтые среднего размера. Они тоже лучше в банку, чем в салат. Сладкий перец на рынке от 6 до 9 рублей. Все зависит от размера и сорта. Август на зеленом рынке продолжает фруктово-овощной бенефис, и финал пока не просматривается. Анна Кучеренко, Александр Зелинский, ТСВ.